Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами моим первым опытом создания бесконечной открытки. Так я создавала ее первый раз, поэтому я не стала записывать мастер-класс. И вот посмотрите, что у меня получилось. Вот это лицевая часть. Дальше он открывается вот так. Третий разворот и четвертый разворот. Открытку можно открывать, раскрывать, закрывать бесконечно, поэтому она так и называется «Бесконечная открытка». Если вам понравилась моя открытка, пожалуйста, поставьте лайк.